30-летняя саровчанка на машине Hyundai Solaris не уступила дорогу другой автоледи, которая двигалась в попутном направлении около дома 24 по улице Советской. Автомобили столкнулись, из-за чего второй отбросила на тротуар. Женщина наехала на мужчину. Пострадавший покинул место ДТП, но позже обратился за помощью в приемный покой. В ОГИБДД поступило сообщение из приемного покоя КБ-50 о том, что к ним обратился гражданин 1962 года рождения с телесными повреждениями, который он получил в результате ДТП на улице Советской, около дома 24. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения в виде перелома наружного мыщелка левой большеберцовой кости без смещения. После осмотра врачом был отпущен домой. С 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД будут проводить операцию «Тонированное стекло». Активизировались воришки летнего транспорта. С велостоянки на проспекте Ленина злоумышленники украли детский самокат черно-оранжевого цвета. Сумма ущерба установлена в размере 4000 рублей. Самокат не найден, был не пристегнут. Полицейские напоминают, не стоит оставлять велосипеды и самокаты без присмотра в подъездах и на улице. Либо обязательно нужно использовать противоугодные тросы. Если обнаружили пропажу, стоит сразу же обратиться в полицию. Так будет больше шансов найти имущество. Тарик Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.